Небольшой видеоролик в завершении грибного сезона. Петербургский полигон. 30 октября 2019 года. Времени сейчас 10 часов. И около этого плюс-минус. Я здесь нахожусь минут, наверное, 20. Вот грибочки. Мороз первый сегодня. Ночью был мороз. Сейчас, наверное, плюс... Извините. Наверное, 0 градусов. Ну, грибы еще, вот, как видите, существуют. Немножко мороз прихватил. Но очень даже они хорошо себя чувствуют. Я их срезал. Проверял нормально, посмотрим, что будет. Грибочки. Этот мы уже посмотрели. Этот гриб. Здесь мы начинали. Вот он. Я прежде начал тут срезать. Вот один лежит срезанный. Вот еще грибочки. Это все подосиновики. Классные грибы. Подосиновик. Еще один. Травка мешает. Вот он. Вот еще парочка притаились. Еще один. Вот он. Грибочек. Это еще тут в округе. Ну, ходить не будем. А посмотрим в округе и завершим наше видео. Это все в одном месте. Давайте в пакет заглянем. Я пока сюда шел. А вот еще один. Вот он. Кое-что тут собрал. Сейчас я покажу. Только начало сегодняшнего дня. Долго я здесь не буду. Буквально еще тут минут 20-30 покручусь. Пакет я обещал. Вот еще один пакет. Подосиновик. Вот меня тут же. Это в пакете мы строимся. Белые уски. Вот какой экземпляр. Или экземпляры. Тут их 3 штуки. 3 или 2. Даже непонятно как. Или даже 4. По-моему, даже 4. Давайте посмотрим в эту сторону. Чтобы было солнышко. Так как же так стать? Хоть бы не потоптать, которые. Вот они. Да. Экземпляр. Семейка ли? Что это такое? Ну, все тут на одном месте. Возле моего пакета. Что-то еще тут, по-моему, интересно было. Нет, все обычные грибы. Да, обычные. Тут же с десяток таких же. Вот, посмотрели. Ох, и вот еще один. Вот. Это все подосиновики. В одном месте. Это тоже с десяток, наверное. Вот это можно сейчас собрать, и можно уже спокойно ехать домой. Расстояние от дома Алтыслагер, где я живу, буквально 4 километра. Это танковая директриса. Район танковой директрисы. Петербургского учебного центра. Многим знакома эта местность. Знакомы участникам группы. Пусть не смущает, что я с пакетом, а не с корзинкой. Велосипед у меня далеко, я потом опрашиваю. Пакет удобнее, чем с корзинкой ходить. Всем всего доброго, до свидания, до новых встреч. 30 октября 2019 года.
завершение грибного сезона. Я так думаю, что завершение. Но на самом деле еще, вот как видите, лезут грибы. Обещает еще потепление, еще тепло будет. Ну, тепло будет, еще и полезут. До свидания, до новых встреч. Что-то не останавливается. Не могу остановиться.